Привет-привет! Ребята, мы с Наташей сегодня распаковываем интерактивную куклу. Да. Такая замечательная кукла. Давайте посмотрим, что она умеет делать. Значит, так, кукла умеет играть. Вот она говорит, поиграй со мной. Надень мне памперс. Я писаю на горшочек. Я пью из бутылочки. Меня можно купать. Так, что еще она тут? Вот такая вот куколка, да. Ну давай, Натуся, мы будем с тобой куклу открывать. Вот такая коробка. Вот так просто. Как оказалось? Только сейчас моя девочка откроем, подожди. Да, сейчас все достанем, будем смотреть и ребятам показывать, что у нас тут есть. Натуль, подожди. Да, моя птичка, сейчас покажем, подожди. Будем показывать. Значит, так, что тут у нас есть? Мама! У нас тут есть инструкция по эксплуатации куколки. Коробочку мы видели. Так, вот такая кукла. Давай, Наташ, смотри, что у куколки есть. Ну, непосредственно у нас есть сама кукла. Наташа, возьми, пожалуйста, куклу. Смотри, какая кукла. Так, мама пока достанет все остальное. Да. Так, у куклы есть бутылочка. Молодец. Куколку можно будет поить. У куколки есть вот такой вот горшочек. Так. У куколки есть свидетельство о рождении. Мы тут запишем, как нашу куколку будут звать и когда она родилась. Так, и еще. Здесь есть сосочка. Так. Сосочка. Сюда положим пока. И есть браслетик для куколки. Вот такие вот у куколки аксессуары. Вот такой браслет. Так. Вот у нас что-то висит у нее. Молодец, Наташа. Вот горшочек у куколки. Сейчас покажем. Горшочек. Сосочка. Смотри, если будет плакать, вот так раз. И сосочку. Будет сосочку сосать Лялечка, да? Так. И свидетельство о рождении. Так. Теперь что она у нас умеет делать? Давай посмотрим. Значит так. Ручки и ножки. Смотрите, пожалуйста. Ручки выпрямляются. Можно ручки поднять. Ножки можно вот так вот развести и посадить куколку. Также куколку можно положить. Так, давай Натуша одевает у нас тут браслетик на куклу. И обратите внимание, что когда куколка лежит, глазки у нее закрыты. Вот, закрыты глазки. Угу. Там, по-моему, был у нас памперс. Да, памперс был, я не вытащила памперс. Здесь вот был памперс у нас. Да. Вот, смотрите, пожалуйста, такой еще аксессуарчик.
как у настоящих маленьких детишек, у куколки нашей есть памперс. Вот, пожалуйста, посмотрите, как настоящий памперс для маленьких детей. Да, для маленьких детей. Вот, пожалуйста, такой замечательный памперс. Вот Наташа у нас уже свою куколку кормит кашкой. Да? Давай коробочку уберем. Будем сажать на горшок? Да. Вот так куколка может сидеть на горшочке. Да? Подожди, посмотрим. Вот так вот, да? Сидит на горшочке. Глазки у нее открыты, когда она сидит. Ну, она сидит на горшочке у нас и сразу кушает. Вот такая замечательная кукла. Вот такая у нас заботливая Наташа. Давай, Натуля, еще раз посмотрим, что у нас есть. Куколка. Возьми куколку, держи. Корми малышку свою. Сосочка, памперс и горшочек. Да, горшочек, возьми сосочку. Играйте, ребята, со своими игрушками, со своими замечательными куклами и подписывайтесь на наш канал Нататуся. Пока-пока!